Что такое новые технологии, в чем их принципиальные преимущества и как можно использовать такого рода разработки для тушения пожаров и поисков людей? Ответы на эти и другие вопросы теперь доступны для юношей и девушек в рамках нового образовательного проекта совместного детища Брестского районного отдела по чрезвычайным ситуациям и общества с ограниченной ответственностью «Спорт Инвест Тайм». Работа с молодежью, с детьми – это одно из основных направлений Министерства по чрезвычайным ситуациям, по профилактике пожаров, гибели от них людей. И век компьютеризации, век робототехники – это нельзя не учитывать. Мы должны разговаривать на языке молодежи и внедрять новые формы и методы, чтобы было более удобно и более доступно для детей и полезно. Жизнь современного человека сложно представить без большого количества гаджетов, роботов, новинок в сфере программирования и информационных технологий. Активно они используются и в деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям, начиная с разработок мобильных приложений, призванных помочь человеку справиться с чрезвычайной ситуацией, и заканчивая серьезной робототехникой. На примере простых моделей сотрудники образовательного центра продемонстрировали ребятам, как могут работать такие машины. Отдельные экземпляры юноши и девушки смогли проверить на прочность самостоятельно. Узнала много очень интересного, как программируют, рисуют на 3D-принтере. Интересно очень, действительно. То, что можно с помощью многих разных всяких технологий достичь чего-то нового в жизни. Я думаю, что все-таки практика в разы лучше, нежели сухая теория. Когда ребенок может соприкоснуться с этим совсем вживую, пощупать, осознать свою участие ко всему этому, намного больше интереса вызывает. И думаю, надо проводить такие мероприятия намного чаще встречаться. О том, что мероприятие удалось, говорили эмоции ребят. Они с воодушевлением подключались к работе на каждом этапе знакомства с техникой. Подобные встречи станут не только элементом профориентации, но и хорошей возможностью для того, чтобы расширить свой кругозор и открыть для себя новые грани науки.